Конкурс, организованный Департаментом культуры «Рисую, храню, люблю», добрался и до самых маленьких. В старшей группе детского сада «Рябинка» сегодня урок краеведения. И пускай дети не знают многих слов, с трудом понимают, что такое архитектурное наследие и зачем его нужно сберегать, прививать любовь к городу им нужно с самого детства. Также, по мнению педагогов, необходимо развивать в малышах чувство прекрасного. После урока дети отправятся рисовать самые красивые, по их мнению, городские здания. Эти рисунки подкупают непосредственностью, в них главное не мастерство, а чувство, которое вложили дети. Чувство любви к Иванову. Наш золотоглавый град Иваново. Мы здесь родились и растем. Он молодеет с нами заново и хорошеет с каждым днем. Пускай мы скоро станем взрослыми, в края иные улетим. Но этот город с чудо-веснами в душе навеки сохраним.